вот блогерами. Встречайте нас во всех заведениях. А Ирина, с кем я сижу? Вообще, мне должна быть штука вот эта, которая держит. Чё? А, ну? Траву. Первый косяк. У них нет штуки. Которая держит траву, да? Ну, салат ничего, такой вкусненький, я сам. Я думаю, что мясо было. Я думала, салат другой будет. И короче, и поставили на бровь, и он с этим 300 тысяч ушел, короче. И Тимур отдал эти деньги. Теперь мы, короче, общаемся с Тимур ее. Кому отдал? Ей? Ей отдал, да. Теперь она же с положением у меня взяла. И мы, короче, хотя мы сейчас будем репостить, да, это видео, она потом услышала. А, мы же со звуком уже будем, да? А это вы не узнаете, да? Да, такие замолчали, о чем говорить тогда? О гренках. Ну так, жирненько. Мне не очень. Тебе как? Мне нравится. Гренки подаешь? Я обожаю гренки вообще всегда. Я обожаю гренки. Вот эти. Вот эти черненькие, да? А я думала, нам можно будет болтать. Как мы тогда? Тогда нам надо съемку этими отрывками, да? Да? Отрывками? Угу. Ну, скорее всего, да. Потом мы так не поболтаем. Поиск остается. Ну что, давайте пока. Нет, реально это. Короче, в ТикТоке выходило без конца видео, что стейк за 2500. Вот мы приехали его попробовать. Леня, говорим. Мы увидели в ТикТоке видео. Стейк за 2500. Приехали его попробовать. Фудблогеры. Жена будет. Что, давай? Ну, давай. Вкус, да? Угу. Как тебе? Я все как вкусно. Не знаю, вкусно. Ну, то сейчас, мне кажется, в конце выйдет, когда тогда вот я скажу, ну, какой вкусный стейк. Это не просто мясо. Айгерим не верит, что этот стейк обойдется в 2500. Мы чек приложим по пузырю. Да. Ну, вообще, я тоже что-то засомневалась. Я тоже. Но будем наслаждаться моментом. Раз уже кушаем. Я, кстати, первый раз пробую стейк. Так вкусно. А у меня есть уже опыт в этом. Да? Ну что, как? Да, вообще вкусно. Ну, где вот есть вот это вот подгорелое, вот там что-то такое. Не, оно прям такое мягкое. Да? Во рту тает. Кстати, кто-то не может быть твердым. За 100 грамм, да? Просто хаза, я вам до него отдыхаю, пусть держимся. Есть, а? Следующее мы, наверное, будем кушать арбуз с лимоном. Да? Угу. Хотя я видела в комментариях, писали, что типа, я попробовала арбуз с лимоном. У нас сегодня эмоций мало. Или то, что мы здесь типа не одни. Или то, что мы слишком голодные. Ох, если бы это было в нашем офисе, да, такая... Вообще, сегодня у меня голодовка, по идее. Всю с утра не ела. Да думала, до вечера затерплю. Динара перебила. Динара, блин, со своими стейками. Со своим тиктоком. Угу. Я уже сколько хотела сюда. А вчера увидела, что... Смотрите, в итоге рядом будет 2500 за 100 грамм, динара 3 карни. Давайте свои варианты. Сколько стоит стейк? Ага.
холодно. Вкусно? Да. Советуешь прийти? Да. Все, приходите.